Лидия Лаворько-Кузнецова – член Союза художников, участница множества российских и зарубежных выставок. Ее работы находятся в Пензенской картинной галерее, музее усадьбы Тарханы и Остук, в частных галереях России, ближнего и дальнего зарубежья. В Брянске выставка картин художницы проходит впервые. Хороший зал, мне этот зал всегда нравился, он небольшой, такой камерный, очень приятный. И я считаю, что когда много работ, так, может быть, утомиться можно, а тут вот как раз количество работ рассчитано, чтобы так достаточно. Департамент культуры Брянской области отметил мастерство Лидии Лаворько-Кузнецовой почетными грамотами. Посетители выставки замечают, свои картины художница пишет с легким сердцем и любовью к окружающему миру. Сегодня вот мои глаза радуются, когда я вижу эту настоящую нашу русскую живопись. Спасибо. Особенным вниманием посетители выставки отметили холст с изображением пышного куста сирени. Глядя на него, чувствуешь душистый, свежий аромат родом из детства. Я, как правило, в большой степени нахожусь в таком состоянии, когда меня радует все. Потому что если когда человек тяжело, нет смысла писать или что-то, мне так кажется. Поэтому хочется людям показать именно светлую сторону жизни. Потому что больше всего все-таки хорошего, светлого, я считаю. Один из участников выставки – супруг художницы. В браке они уже почти 30 лет. Василий Лаворько – уроженец Стародуба, заслуженный художник России. Его образ отчетливо угадывается на некоторых холстах. Полюбоваться яркой живописью Лидии Лаворько-Кузнецовой можно в городском выставочном зале вплоть до 25 апреля. Возрастное ограничение 0+. Александра Савельева, Максим Кузнецов, События, Брянск.